На сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по Ивановской области появилась информация о том, что в области участились случаи заболевания простудными инфекциями, в частности гриппом и ОРВИ. Ивановцы, введенные в заблуждение частой сменой погоды, оказались легкой мишенью для вирусов. В период со 2 по 8 февраля было выявлено более 5000 случаев заболевания ОРВИ, что оказалось почти на 20% выше, нежели в прошлом году. В связи с этим остановлен учебный процесс в 3 школах Иваново и Вичуги. Помимо этого, на карантин объявлено 68 классов в 29 школах города и области.